В Жамбылской области проходит республиканский турнир по дзюдо среди юниоров. В нем принимают участие 26 команд из 10 областей. За звание лучшего 200 спортсменов соревнуются в 9 весовых категориях. Мастерство юных дзюдоистов оценивают 8 судей международного класса. Подобный турнир в селе имени Бауржана Мамышила проводится впервые. Продлятся соревнования 2 дня. Борцы сильные, они тоже хорошо готовились, но все-таки проиграли. После этого турнира мы поедем в Талдыкурган. Там, скорее всего, на кандидат мастер спорта борьба опять же будет. Выиграть сейчас в финале будет сложно, но я постараюсь. Чемпион мира Сметов, ваш земляк, он тоже вот в таких турнирах вырос. Вот большое, конечно, достижение имеет. Все, Асхат Джиткеев, призер Олимпиады, они все прошли вот такие турниры.